Ее профессиональное кредо – творить, искать и развиваться. Учитель музыки Татьяна Полуяхтова в сфере образования уже 31 год. Большую часть времени трудится в школе-интернате номер 3. 2 года подряд Татьяна Владимировна является членом жюри городского фестиваля «Поющий город», а недавно стала обладательницей премии Законодательного собрания области. С преподавателем, которую коллеги называют «поющей душой школы», встретилась наша съемочная группа. Татьяна Полуяхтова родом из города Бодайбо, Иркутской области. В раннем детстве переехала в Магнитогорск, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а затем педучилище по специальности музыкальное образование. 5 лет отработала в детском саду мусоработником, а после устроилась в школу-интернат номер 3. И вот уже 26 лет является бессменным учителем музыки образовательного учреждения. Мне кажется, как в любом живом организме, а школа все-таки это живой организм, есть мозг, а есть его душа. Так вот, Татьяна Владимировна – это душа нашей школы, это поющая душа. Она не только замечательный учитель музыки, она руководитель сводного хора, в котором поют ребята с ограничениями здоровья и наши педагоги. Хор называется «Созвездие», но в школе этот хор называют хор имени Татьяны Владимировны Полуяхтовой. К музыке Татьяну Полуяхтову тянуло с детства. Поспособствовали этому традициям, заложенные в ее семье. Родители у меня не музыканты, но у нас в семье звучала всегда музыка. Мы иногда пели, танцевали. Мы даже в детстве с сестрой и родителям устраивали театры, мини-театры, и всегда их приглашали. То есть вот у нас с детства это все воспитывалось. В школе-интернате номер 3 в 41 классе обучаются порядка 400 ребят. Татьяна Владимировна преподает музыку ученикам с 1 по 8 классы, является сценаристом и режиссером-постановщиком всех школьных мероприятий. А ее методические материалы получили высокую профессиональную оценку учителей музыки школ Магнитогорска. Воспитанники Татьяны Полуяхтовой являются победителями и призерами конкурсов различного уровня в номинациях «Вокально-хоровое творчество» и «Художественное слово». К примеру, в прошлом году ученики Татьяны Владимировны взяли гран-при в городском конкурсе «Поющий город». Мое педагогическое кредо – это творить, пробовать, искать и развиваться. Творить – это создавать новые номера, искать какие-то новые пути к реализации выступления детей. В копилке профессиональных наград Татьяны Владимировны, помимо нескольких десятков дипломов, грамота управления образования администрации города за развитие массового хорового движения и популяризацию песен о Магнитогорске. Год наставника и педагога Татьяну Полуяхтову отметили премией Законодательного собрания области за многолетнюю и безупречную работу. Эту новость ее коллеги восприняли на ура, потому как уверены, Татьяна Владимировна – учитель с большой буквы. Лишнее тому подтверждение – отзывы о преподавателе самих воспитанников учреждения. Татьяна Владимировна учит стремиться ввысь. Она очень красивая, умная, заботливая, добрая. И Татьяна Владимировна – самая лучшая учительница на белом свете. Я когда это услышала и увидела, для меня это как вот бальзам. Потому что когда от детей ты слышишь спасибо, и вот эти глаза, когда горят и на тебя смотрят, вот, и ты получаешь вот такое удовольствие, потому что ты тогда не зря в этой профессии. Дина Наумова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.